Телевидение – это кладезь информации. Если вы будете знать то, что произойдет с вами чуть раньше, то, соответственно, сможете подготовиться к росту цен на недвижимость, потому что новых домов не строят, к тому, что следующую криогенную зиму встретить в немножко других условиях, то есть не мерзнуть. И посмотрите на улицу. Еще очень-очень мало пластиковых окон установлено. В хрущевках, сталинках, ну и вот в новых кварталах. То есть работать на рынке пластиковых окон можно достаточно успешно. Фирма «Отличные окна» сделала отличный выбор в сторону программы «Дом, милый дом». Ну и, соответственно, мы теперь имеем полную возможность вам не 15-секундным роликом рассказать, там всякую билиберду навешать про немецкие профиля, а в течение ближайших 3-4-5 минут мы донесем вам информацию о преимуществах работы с этой фирмой. Ну вот и мы взялись за дело правое. Рассказ о правильных окнах. Точнее, правильный рассказ о пластиковых окнах. Тема эта должным образом прежде освещалась довольно редко. Можно было легко людям запудрить мозги газетной рекламой с красивыми названиями. Но стоит ли верить написанному? И в том числе и на заборе. Отличные окна продают многие. Вот. Кто-то еще и рассказывает, что используются германские профиля, итальянские профиля. Так ли это на самом деле? Объясните, пожалуйста, горожанам, какие окна вообще производятся? С позиции того, что вы работаете на рынке уже не один год. Профиля, действительно, сейчас на рынке нет ни одного зарубежного профиля. Весь профиль изготавливается в России, но работают эти заводы от зарубежных производителей. То есть зарубежный производитель ставит здесь свой концерн и уже изготавливает профиль. Из Германии, там, либо из Италии, из Франции профиль не везется. Производство все российское. Ну, самая одаренная фирма города Магнитогорска, ну, в кавычках одаренная, они закупили себе недвижимость в Башкирии близлежащей, какие-то цеха. У нас город металлургов, мы не окончики. Вы где делаете свои окна? Сам профиль изготавливается в городе Тюмень. Сюда он везется уже палками и собирается здесь на заводе. Сборочка у нас заводская. Все, сам профиль собирается на заводе. Также стеклопакет изготавливается тоже на заводе. Все промаркировано. У нас есть гарантия и на сварные швы, и на стеклопакеты. Такая несколько суроватая зима 2009-2010 показала, что промерзают даже пластиковые окна. Причем, ну, стеклопакеты целые. А вот там, где герметиком ребята прошлись, установщики такие, из-под подоконников что-то дуть начинает. То есть сделали хорошее окно. Кто ставит у вас? Это говорит о некачественном монтаже окна. Такого быть не должно. Профиль промерзать сам не может, поскольку изготавливается именно для того, чтобы избежать этого промерзания. Мы осуществляем качественный монтаж. Мы не сталкивались с промерзанием профиля ни разу. Ну, установщики могут быть разные. Кто-то купил перфоратор, ну, шуруповерт и все. Ну, это же элементарно. Поставил, ну, опыт сына ошибок трудных. Ваши ребята сколько лет работают? Наши ребята работают не менее 10 лет на рынке установки пластиковых окон. Кто-то может испугаться, сказать, что вот заводская сборка, то есть длинный срок доставки. Сколько реально? Вот человек пришел, заказал в отдельной фирме окошко, которое собирается на коленках, и у вас. Срок доставки какой будет? И там, и там. Срок доставки монтажа вместе с откосами будет неделя. То есть я не думаю, что это долго. 5 рабочих дней изготовления самой конструкции, плюс доставка, плюс монтаж и откос. Фирма «Отличные окна» имеет отличный от других фирм подход к работе. И вы это уже слышали. Отличительная особенность – это то, что все офисы оформлены в едином стиле. Будь то на улице 50 лет Магнитки, пересечение Жукова, будь то на Суворова, перекресток с Грязнова, или Октябрьской, в 200 метрах от Сковородки. Важно понимать, что люди, решившиеся на публичную работу познавательного характера, понимают, что ни за свои окна, ни за качество установки они краснеть не собираются. Этим-то и отличается публицистика от рекламы. Вы видите, с кого можно спросить. Ну а мы в дальнейшем покажем и свое мнение, и мнение тех, кто уже 5 лет наслаждается комфортом, теплотой, великолепной шумоизоляцией и надежностью окон, получивших 5 баллов.